Моя вкусняшка российского производства весом 140 грамм. Цена от 67 рублей до, ну, скажем так, 100 с лишним. В такой упаковочке представлены довольно неплохое и разнообразное мороженое. Срок годности, штрих-код, как вы видите, здесь состав, уточняет энергетическую ценность на порцию и 100 грамм. Далее в видео более подробно коробочка и с полностью составом в правильном ракурсе. Так, срок годности, опять же, вес, энергетическая ценность, все-таки 140 миллилитров состав. Тут он более подробно, но он слегка химический. Внешне оно выглядит вот так. Внутренняя начинка, сверху с одной стороны печенька, а потом шоколад с воздушным рисом. Вкус чуть приторный, но вполне приятный. Спасибо за внимание и до свидания. Ждите новинок.